В администрации района прошла пресс-конференция председателя избирательной комиссии Темрюкская Юрия Левого с участием районных средств массовой информации. Мы хотели бы сегодня подвести итоги проходящей избирательной кампании, предварительные промежуточные итоги, итоги выдвижения, регистрации кандидатов. Это самые массовые выборы, самое большое количество участников этого избирательного процесса. Во всем Темрюкском районе будут проходить выборы депутатов в поселениях, вы знаете это. И кроме этого, у нас еще будут выборы, плановые выборы, я подчеркиваю, глав поселений. Избирательной комиссией зарегистрировано 466 кандидатов. Из них 305 от политических партий. На должности глав поселений зарегистрировались 19 кандидатов. В порядке самовыдвижения выдвинулся 161 кандидат, 10 отказано в регистрации. Значит, отказано в регистрации 10 кандидатам. Одному это партия социальной защиты и 9 самовыдвиженцам. Ну, причина у всех практически одна и та же. Недостаточное количество действительных подписей избирателей. Для нас это, в общем-то, процент маленький, ничтожный. Это в основном те ошибки, которые люди допустили при сборе подписей. Абсолютно ко всем кандидатам в равной мере, не придираясь, как говорят, мы предъявляли требования хоть малейших знаний законодательства о выборах. Мы всех абсолютно кандидатов отсылали к нашему основному закону избирательному, ко всем положениям, ко всем документам. Кстати, они у нас все на стенде были вывешены, на столе представлены были. И тот, кто действительно собрался, как сказала Элла Панфилова, управлять государством, хоть немножко должен разбираться как минимум в законодательстве о выборах. Что касается самих выборов, то стоит отметить, что в городе Темрюки были перенесены центры избирательных участков. Так, участок номер 4904 перенесен из детского сада номер 11 центра детского творчества. Номер 4905 из помещения Гургаза на улицу Шопена 70, а номер 4907 из ДСАФ на улицу Октябрьскую 67.